Самого молодого сельского акима выбрали в Мангистауской области. Им стал 26-летний Куаныш Жанибекулы. Он победил на выборах в сельском округе Онды Мангистауского района. Средний возраст избранных акимов 41 год. Из 25 кандидатов жители выбрали 10 человек. Семеро из них прежде были госслужащими. К слову, почти 12 тысяч мангистауцев пришли на выборы. Явка составила почти 82,5% от общего числа избирателей. Самую большую активность проявили жители Бейнеусского района. Но главной особенностью прошедших выборов было присутствие в бюллетенях графы «против всех». Среди принявших участие в голосовании избирателей по всей области «против всех» проголосовало 279 человек. Обращений, жалоб, поступивших в избирательную комиссию в день голосования, не было.